Привет, друзья! Сегодня вы увидите ремонт переда Mercedes GLC. Пока машина ждала своей очереди на ремонт, владелец купил все детали для замены и вытянул двигатель. И вот машину привезли ко мне в мастерскую. Итак, Mercedes GLC 16 года выпуска. Владелец уже установил новые колесные диски и просил с ними быть аккуратным. Хотя я не понимаю, зачем ставить новые диски, когда ты машину ведешь на ремонт. Там, где искры, сварка, пыль. Ну да ладно. Теперь о ремонте. Основное повреждение – правый лонжерон. Сломан довольно сильно. Подрайвник установлен новый. По нему я и буду ориентироваться по размерам. Ладно, давайте начнем колдовать над этой железякой. Установил машину на стапель. Снимаю капот, колеса, крылья, подрамник. Машина разобрана, делаю первые измерения. Итак, предварительные результаты измерений. Верхняя часть переда стоит на месте, задние крепления подрамника тоже в размере. Проблема только с концом лонжерона, им я теперь и займусь. Лонжерон отравнял, как видите, он сломался, но ничего страшного, заварю. Теперь мне надо удалить крепление подрамника и часть лонжерона с внутренней стороны и закончить с ним. Теперь у меня есть доступ отравнять внешнюю часть лонжерона. Итак, исправил внешнюю часть лонжерона, исправил удаленные части. И теперь их сварю. Свариваю эту деталь и устанавливаю ее обратно. Прежде чем сварить этот элемент, я устанавливаю подрамник и часть усилителя бампера, для того чтобы проверить само крепление подрамника.
Как видите, крепления не подходят. Исправляю это. Теперь крепление подходит. Прикручиваю крепление к подрамнику и еще раз проверяю. На этот раз для лучшей проверки устанавливаю телевизор вместе с усилителем бампера. Все подходит отлично, теперь могу сваривать. Сварочные работы закончены, теперь я покрашу лонжерон и установлю детали переда.
Моя работа закончена. На эту работу ушло 27 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь, чтобы видеть больше видео. Пока!